Особенность у чувака подача. Очень экономно. Заваливать корпус на подачу. Опа. Видит момент. И на второй тоже. Развернул плечо очень широко и заваливает. И очень тяжело, он именно корпусом задает направление. Видел, да? А? Очень трудно угадать. Он корпусом задает. Техника довольно интересная, как у Давыденко. Вот смотри, развернул, завалил. Развернул, завалил. Высоко играть на сетке. Нападающий мяч играет. Вот нападающий играет.